Эй, Поттер! Чего тебе, Малфой? Профессор Снэк вызывает тебя в свой кабинет на дополнительное занятие. Иду. Все дело в том, Поттер, что ты считаешь себя умнее прочих, а сам не можешь отличить волшебную палочку от котла. Подливкой. Ммм, вкусно. Порядок? Эй. Здесь не мешает прибраться. Коль рифмовать тебе не лень, то делай это каждый нашу комнату, Гарри. Там почти так же хорошо, как в моем туалете. Каждый раз, когда ты что-то находишь, мой фиал становится тяжелее. Тебе повезло, что портреты не колдуют. Если мы хотим проучить Амбридж, нужно отыскать других на карте мародеров. Пароль? Лживый прохвост. Слизеринцы лучше всех. Это вряд ли. Я не впустила бы тебя, Поттер, но я должна. Эй! Ведите себя тихо. Осторожно, он бешеный. Как будто я тебя слушаю. Инсендиум! Левикорпус! Депульсо! Thank you.
Инсендио! Проклятые дети! А тебе не пора в кабинет Снега? Ведите себя тихо. Вингардиум Левиоса! Чудила! Пошел ты! Риктус Энтра! Левикоркус! Давно не приходил в нашу тайную комнату. Иди, посмотри, что там появилась. Быть на виду раз и молчать два. Как поживаешь? Поттер, вы опять опоздали. Вы тренировались? Да. Ничего, это мы сейчас выясним. Палочку, Поттер. Хватит! Ваши занятия закончились. Я... Выйдите вон. Тебя ищут Фред и Джордж, они на пятом этаже. Гарри, ты в порядке? Да. Пошли к Фреду и Джорджу. Посмотри на карту мародеров. Так нам будет легче найти остальных ребят из отряда. Давайте поищем Фреда и Джорджа. Наверняка они хотят устроить что-то зрелищное. Зрелищное? Ты в порядке, Гермиона? Знаешь, мне хочется немного побузить. Фред и Джордж ждут нас в коридоре на пятом этаже. Слизеринцы лучше всех. Ага, как же. Жаль, я не могу рассказать профессору Снегу, что ты подслушиваешь. Дети должны быть на виду. Раз и молчать. Два.
вздор и чепуха. Интересно, что задумали Фред и Джордж? Фред? Джордж? Что случилось? На нас накапали. Амбридж выяснила, что именно мы отправили ей эти миленькие подарочки. И что вы будете делать? Мне всегда казалось, что академическая карьера не для меня. Я тоже так считаю. Все готово! Болото на месте! Не закрывайте глаз и пригнитесь. Идите в вестибюль и увидите лучшее зрелище на свете. Начинаем представление с болотом. Думаю, надо инсендио. Или редукто. Инсендио! Вы! Так попались? Я вас выпарю! Отсюда и отправимся, Фред. Акция метлы! Инсендио! Весь запас пустили в ход. Но того стоило, чтобы взглянуть наружу Амбриджа. Я надеюсь, она попытается их уничтожить. Кто-то удивится, когда их станет в 10 раз больше. Инсендио! Зададим-ка им удар. Редукто тебе поможет. Инсендио или редукто? Пока! Нам все надоело! Счастливо, старая крыса! Не скучай! Пивс! Помоги нам! Принеси его мне! Убей меня! Конечно, сперва! Круто! Ты точно в порядке? Я в порядке, но Волан-де-Морт схватил Сириуса. Я видел. Вдруг это показал Волан-де-Морт, чтобы поймать тебя. А если нет? Бросить Сириуса умирать? Камин в кабинете Амбридж. Сеть летучего пороха. Вот как мы доберемся до Сириуса. Вы собрались к Дамблдору, не так ли? Что ж, заклятие Круциатус развяжет вам языки. Нет, это незаконно.
даже министр Фадж! Ответь, Гарри! Это не стоит смерти учеников! Это? Я знала, что Дамблдор строит планы! Это оружие? А, ну, ведите меня туда! Ну, где оружие? Ничего нет! Знаете, я не люблю детей, но раз уж мне пришлось взяться за это дело, то я сделаю то, что должна. Вы зачем пришли? Не надо, это дела министерства. Протегу! Круто! Грязнокровки! Остановите! Нет! Не трожь, Герми! Отпусти меня, урод! Отпустите меня, твари! Я первый заместитель министра Долорес Джейн Амбридж! Отпусти! Нам нужно к Сириусу! Скорее! Спасибо, Грох! Но, Гарри, как нам попасть отсюда в Лондон? Давай сперва вернемся в замок.